такой вот парник можно сделать из ничего. То есть вот когда у людей нет возможности купить парник из поликарбоната, как сейчас популярно стало, либо теплицы какие-то там заводского производства. Вот я сделал парничок такой на даче из ничего, по сути, да, то есть из подручного материала. Смотрим, как это было. Вот взяли обычную такую трубу, бросовую, она старая, валялась там человек на участке. Вот я ее взял, стал такие, вогнал такие вот деревянные колышки в землю. Вот здесь вот хорошо это видно, да? На них одели вот такой вот дуги такие. Дуги. Они, видите, там есть в плохом состоянии. Опору сделали из доски. Натянули все это веревочкой по периметру. И вот самый интересный момент, как закрепить. Часто, кто делает такие парники, часто возникает вопрос, как закрепить торцевые части из пленки. То есть здесь вот совершенно другая пленка. Я взял старый ковролин, вырезал из него кусочки и на саморезы в ту же трубу пластику вкрутил. Видите, вот. И теперь эта сторона плотно держится, то есть ветер не сдувает, не пробивает. Но он еще не доделан до конца. Вход. Как делается вход? Вот чтобы побольше сохранить тепло, делается такая вот конструкция. Оп. Она туда подсовывается, земелька просыпается на ночь, и все. Двери. Здесь они, она хорошо фиксируется на таких вот зажимчиках. То есть данный парник мне обошелся в стоимость самореза. Все остальное было на участке. Стоимость саморезов это у нас, ну, где-то 100 рублей. Вот такой парник 5х3. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Пишем комментарии, что вы считаете по этому поводу.